Алло. Алексей Юрьевич Золотарев. Здорово, Ярослав. Здравия желаем. Как там-то вообще в натуре? Ярослав Старухин, «Глобальная волна», идет запись. Зрители одолевают, спрашивают, куда пропал Золотарев Алексей. Это Золотарев Алексей, как фонтан в Одессе. Бил, бьет и будет бить. Это прекрасно. Старый советский анекдот, там что-то, ну, после гражданской войны, но там разруха, там, мы фонтан закрыли, ну, и приезжает там, и начинает там подкалывать. Вот у вас, да, был фонтан, вот, куда он делал, значит? Ну, а Одесса, значит, одесситы с патриотизмом говорят, ну, бил, этот фонтан бил, есть и будет бить. Ярослав, здорово. Слушай, со мной все нормально. Я сейчас на ремонте нахожусь. Ну, тут, как говорится, это, там все уже это, пациент скорее легче мед. Вот, я уже скоро встану на рельсы, как долгожданный бронепоезд. Вот. А в остальном так все по-тихому. Я вот на несколько лет вышел из активности. Вот. Ну, надо было просто сообразить, тут несколько тем навалились. Ну, такие, что, блин, это, ну, в общем, надо было отвлечься от всего, чтобы вот не покопаться, разобраться. Поэтому вот соскочил с активности, не выступал, не снимался, не ездил, там, не выпендривался. Вот. В результате вот сейчас вот на ремонте, ну что делать. Ну, готовы тебя пригласить на какую-то площадку и сделать с тобой интервью, если есть потребность. Вот смотри, вот сейчас я в Крыму. Ну, поэтому вот. Вот я ближайшие, вот я не знаю, когда вот получится мне приехать вот из Крыма, пока не знаю. А в каком городе? Ялта. Ялта. Угу. Мы, может быть, найдем активиста, пришлем к тебе сделать интервью. Ну, как вариант. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Согласен с Магометом, да. Хорошо, Алексей, рад был тебя слышать. В двух словах понял. Зрители тогда проинформируют, что у тебя все в порядке, ты работаешь над книгой, и в ближайшее время, возможно, станешь активным. Слушай, только поясни, что это не книга, а учебник. Да. Вернее, серия учебников. Запретное образование. Запретное? Запретное образование. И там 7 книг. Запретная физика, запретная химия, запретная биология, ну и там, сам понимаешь, все дальше. Прекрасно, конечно. Вот. Так, слушай, по активистам, ну я не знаю, если активист будет звонить, слушай, через смски, только через смски. Хорошо. Но незнакомые номера не снимают. Слушай, это не ты звонил 2 часа назад, нет? Нет. А, ну вот, слушай, что-то звонки пошли, странно как-то. Переживают за тебя, Алексей Юрьевич, переживают люди. Слушай, нет, ну за это спасибо, конечно. Ну что можем сделаем? Враги не дождутся. Конечно. Чего? Ну, в общем, это и есть обратная связь среды. Поступили письма мне как редактору канала, я тебе, значит, перетранслировал. Ну и созвонимся тогда. Ну, конечно. Ярослав, то есть твои номера, вот у меня в памяти еще сохранились симки. Если будут новые номера, это только через смски. Хорошо. Я проинформирую. Если кто-то будет звонить, я проинформирую. Хорошо. Все, принято. Все, до свидания, добро. Давай. Счастливо. Ярослав, спасибо. Есть.